Педагогика, пройдя многовековой путь от простых мыслей о воспитании до самостоятельной науки, продолжает активно развиваться в каждом городе и в каждой стране. Совершенно очевидно, что современному человеку необходимы педагогические знания в течение всей жизни, даже вне зависимости от его профессиональной деятельности. Получить такие знания и обменяться идеями будущие специалисты смогли на Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Студенческое сообщество 21-го столетия гуманитарной науки», которая состоялась 4 апреля на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета. Здесь каждый смог убедиться, почему педагогика, традиционно обслуживающая все уровни образования, так востребована различными специалистами. Нитью этой конференции, красной нитью, проходит это дружба, сотрудничество между студентами, между учеными, между вузами. Насколько важна дружба сегодня, потому что разрозненность, как мы знаем из истории, всегда ведет к ослаблению. И наша задача именно показать, как наш вуз работает в этом направлении по профориентации и по объединению студентов.